собрались. Оп. Чуть-чуть осталось. И еще на один раз зацепить. Оп! И еще магия. Разочек. Ох, как хорошо! Не так много, чтобы кровотечение, ребята, срабатывало. И хоу! Неплохо! И шлепнем! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и это Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем наши бои в мире теней! Да, ребята, у нас кусари гамка, проапгрейжены наши защита. Все, ребята, купили 24 уровня, долго играли, проходили выживание, копили денежки. У нас все 24 и иглы, и даже уже по второму уровню пошли апгрейды. Да, то есть мы, в принципе, сегодня готовы пойти на мясника, но для начала нам нужно размяться. Я надеюсь, что у нас получится отнять оружие. Обязательно досмотрите это видео до конца. Да, потому ребятки, что мы заберем вот эти вот два тесака. Два тесака мясника, ребята, в конце пойдем на него. А пока что немножко разомнемся. К кусаригамке надо привыкать все равно. Все равно мы играем ей недолго. Да. И поэтому погнали в испытание, посмотрим, что здесь есть. В затмении даже пойдем, ребята. Комбо 4, я думаю, что погнали, 4 комбо погнали. Мы сможем сделать. Поехали в бой! Ребятушки, такая просьба к вам. Если вы хотите посмотреть какую-то игру, в которую мы еще не играли, напишите в комментариях. Но перед этим обязательно вбейте ее в поисковике, напишите название игры Detol, и сразу же найдете наше видео. А то многие просят поиграть в Injustice 2, а мы уже играли. Мы уже и сделали обзорчик, и бета-версию играли. Просто вбивайте, если какая-то игра интересует, вбивайте название и Detol. И находите. Если или ее Detol, нет, и название. Если ее нет, этой игры, в поиске, значит, пишите нам в комментарии и говорите, обязательно поиграйте. Вот и весь расклад, ребятки. Да, ребята, и обязательно поставьте лайк, поддержите команду Detol. А мы пошли в бой сражаться и наносить 4 комбо-удары для того, чтобы победить. Ах ты, дровосечина, дровосек. Дровосек с топорами не есть, это хорошо. Слушай, чтобы нанести комбо-удар, нам нужна вертушка. Да, кстати говоря, кусаригамы, кстати, это не будет так легко сделать, это комбо-удары. Ну вот, смотри, например, комбо 3 и ногой. Ах, ногой не получилось, нет. А? Смотри, слушай, а это реально будет нелегко. Да почему? Вот так вот вертушкой 4 комбо 100% можно нанести. Ну, не знаю, пока что у нас не получается это сделать. Да, потому что он постоянно прыгает, ах, он гаденыш такой, прыгучий. Прыгучий, слушай, смотри. А может быть здесь достаточно просто победить? Кстати говоря, может и можно, да. Может и достаточно. И не обязательно эти комбо делать, просто нужно... Ох, как он красиво нам зарядил, а! Так, не, слушай, я думаю, 100% можно просто победить и ну, на этом расслабиться. Ну, и правду, ребятки, да, можно расслабиться, да? Комбочки не делать, ну да, победили. Нам победу зачитали, да, зачитали, да, отлично. Ну тогда дамажим его по полной. Опа, эх, как раз он хотел, а? По лицу. Раз, подловили, смотри его. Ну, чётко. Не очень мощно мы отбираем у него хелп. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ты же на тебе, дамажит, да, на чё, самом деле. Когда... Смотри, как подкатился прямо под топор. Нам бы кровотечение, чтобы работало, вот, и вот, тогда да. Это будет просто отлично. Да, он кровотечение... как-то в блоке постоянно, да, находится? Да, постоянно как-то защищается, уворачивается. Ну вот сейчас так хорошо мы прям хвостом ему задамажили. Но а можно еще сильно. И магией шлепнуть ему, а? Опа, смотри, вот здесь можно даже и комбо провернуть. Да, но пока, я тебе говорю, урон какой-то мы не очень большой. Да, постоянно в блоке он, что-то он прям суперзащитник какой-то. Ах ты, смотри как, а? Ну, ногой прям. При этом раз, и не забывает а вот атаковать, да? И не забывает атаковать, еще и магией нашлепает. Ну-ка, собрались. Оп. Чуть-чуть осталось. И еще на один раз зацепить. Оп. И еще магия. Разочек. Ох, как хорошо! Самый последний момент прям его подловил, да, он прям а? Шарик свой зародил, да. Уже такой прям, ух, хотел надамажить. Но не получилось у него, ребятки, 122 тысячи, и сейчас на апгрейдик что-нибудь поставим уже. Чтобы у нас была мощь перед тем, как пойти на осу. Но перед слушай, этим... давай сходим сначала без метательного оружия, нам нужно на нормальном в затмении. Денежки мы оставим, возможно, нам получится сейчас осу одолеть с прокачкой текущей. Ну, осу нет, мы на мясника же идем, а осу надо прокачку. Не, понятное ху-ху-ху. Дело, ты думаешь? Конечно, конечно, ты что, она мощная, ты не помнишь, как мы в прошлый раз проиграли? Ну, что поделаешь, да, есть такое дело, она там дамажила неплохо, я помню. Так да. Что надо, ну, на кусаригамку нам, кстати говоря, не хватает, так что да, идем в бой, ребятки, пока что денежек не хватает, видите, даже... Когда... Сейчас 130 тысяч заработаем, испытание пройдем, и здесь только нужно метательное оружие 24 уровня. А у нас оно есть, ребята, как же это хорошо. Когда у нас все есть. Ну что ж, поехали в бой. Поехали. Мор против нас.
Итак, мистер Морчик, ну мы его сейчас заморим. Конечно, сейчас издалека его так бам, смотри, как вот это очень хорошее. И вот так вот прям. Смотри, кровотечение еще пошло. Уже полздоровья у него нету. Мощно достал. Ты смотри, хотел его прям супер торнадо задамажить, но... Тихо, давай еще раз, ну-ка брось. Ох, как получилось-то. Отлично получилось, отлично. Мне очень нравится этот длинный удар, ребята. Он прям, если цепляет, то прям на полную катушку. Вот этот вот. Ох, смотри, опа, как неплохо. Ух ты ж, знаете, и сразу кровотечение еще. Надо было вертушечку сразу делать, что-то не срослось. А вот так вот и все, и победа просто на изи. Да, ребята, просто на изи. А у нас же затмение, у нас куча монет добавляется. И это очень круто, очень круто. Ну что, давай кусаригамку-то проапгрейдим. Да, давай, конечно, проапгрейдим, посмотрим. Слушай, кусаригама очень неплохое оружие на самом деле. Ребята правду говорили, что оно хорошо. А что дальше там за оружие-то будет? У нас все видно или не? Нет, нужно победить осу, и тогда откроется новое оружие. Ребят, напишите в комментариях, что нас ждет, что нам рекомендуете вообще. Какое будет оружие, и мне кажется, еще много-много впереди, да? Да, конечно, особенно тот меч, который мы в прошлый раз в рейде, помнишь? Ребята, пластмассовый меч назвали его. Да нет, он не пластмассовый, пластинный. Пластинный меч пластмассовый. Пластинный меч, да, крутой был, но он там на 49-м, что ли, левеле написали. Это да, ребятки. Ну что ж, идем на мясника, да? Погнали! Ну давай, мясник, ну что ж, бой! Мясник принимает вызов. Ну что ж, давай попробуем. Так, у нас, вот по идее, там три победы нужно, да? Да, там три победы, ребята. Но будет, я скажу, что непросто. Определенно будет непросто. Что у нас мясник делает, я уже не помню. Что он мощное что-нибудь такое заряжает? Эх, кусаригамка. Он прыгает. Прыгает? Куда прыгает? Ой-ой-ой, смотри, что творит. Да куда он творит? Всё, он не успевает творить, понятно. Он очень медленный. А вот сейчас может магия... Эх, ты ж смотри, они не успели... Ух ты, кровотечение. У нас тоже кровотечение. Ты смотри, он очень мощно задамажил нас. Да. Мы прям на одном уровне. Ну-ка. Если мы сейчас не перехватим инициативу, перехватим, мы проиграем. Ах. Ух ты, как так? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, хотел вертушечку сделать, и в последний момент он прям задамажил. Ай-яй-яй. Вот обидно, но ничего страшного. Метательное оружие, нельзя под него попадать вообще. Вообще нельзя попадать, ребята, вообще. Уже начался бой, я даже не ожидал-то. Слушай, опять он... Ой. Очень мощное кровотечение. Ой. Очень мощное. Это как так вообще? Кровотечение два раза сработало, ты представляешь? С разворота один раз задамажил. Ну надо, ребята, вырываться надо. Раз по голове. И два. Два по голове. И еще магии шлепнуть его, три. Чтобы хорошо было. Еще у нас магия. Что это? Оглушение у нас? Не-не-не, какой яд. Перфект. Вот это подсобрались. Итак, называется. У нас есть еще шанс. И причем еще два раза нужно победить. Ну да. Ну попробуем. Поехали. Да, конечно. Только надо его не отпускать. Бросочек. Да, надо его не отпускать. И вот так вот ему... Постоянно, да, потихонечку его бить. Можно не так много, но вот... Не так много, чтобы кровотечение, ребята, срабатывало. Да. И хоу, неплохо, отлично. И шлепнем. 2-2, 2-2. 2-2, ребята. Вырываем просто победу из его рук. Решающий пятый бой. Раунд. Ну-ка, подержите нас, ребята, подержите команду. Поставили лайк. Ты смотри, какой он жирный прыгнул, а? Тихо, вот сейчас... Ой, хорошо. Сейчас бы, конечно, сдамажил конкретно бы нам, ребята. Если бы не атаковали, было бы... Ах, крит. Кровотечение, нет. Ох ты ж, знаете, смотри, закрак. Он магию какую-то использовал, какой-то прыжок. Обалдеть. У него очень мощный был, ребята. Как так? Почему а ты прям... говоришь, на осу идти. Хо-хо-хо, телохранителя, точнее, мясника не можем нормально одолеть. Ну что, еще раз попробуем? Да, давай еще раз попробуем, почему бы и нет. Да, ребятки, вот это, конечно, трудный бой. Я, на самом деле, был уверен, что мы сейчас выиграем последний бой, но что-то он сделал такое несусветное. Он начал пользоваться своими суперприемами. У каждого же босса есть суперприем, как оса же, говорят, летает, но мы пока это не видели. Но, похоже, не наступил тот самый критический момент. Это точно. Так, ну что ж, давай его прям вот так вот кровотечение. Хорошо. Подкатываемся. Ах, подкатываться нельзя было. Кусариганом улетело наше далеко и ненадолго. Да ладно, нет у нас же больше кусаригамы. Ай-яй-яй-яй, вот это плохо. Очень плохо, очень плохо. Нам бы, конечно, магия не помешала бы здесь. Да ладно! Голыми руками победили мясника. Даже без кусаригамки, ребята. Ну да, к нему тоже надо подстраиваться немножко. Но, опять же, все зависит от того, как он себя поведет. Видишь, он иногда прям подпрыгивает, летает, а вот мы не дотягиваемся. Не дотягиваемся, видишь? Ага, ты опа! И два раза кровотечение, и ногой. Разошелся, и все, это победа. Да, ребята, это победа второй раз, причем практически на перфект. И третий раз должны его добить.
Да 100% еще добьем. Просто уничтожим, разорвем его в клочья. Ох, слушай, видишь, нет, какая долгая, зря, долгая зря, атака, зря конечно. Я думал, прямо сейчас как надо мажить ему. Смотри, конкретно. И у нас кровотечение, и у него. Да. Ничего себе, у него а что, сильный удар. Что у него за способность? А неистовство у него, ты представляешь? А-а-а, у него на, вот оно, какой на чем-то есть неистовство. Это поэтому он неист. Оп, видишь, сейчас получилось, но он в блоке был, да? Да, вот это его сальтуха назад. Отлично, магии попали. Как плохо, а? Кровотечение опять настигло. И его тоже настигло кровотечение. Но нам нужно срочно подождать, потому что. Нет. Чуть-чуть остался. Да как так? Но! Нет, прыгай! На последних шансах! Да, ребята, 2-2 опять не дает компьютер, прям не дает нам задамажить. Давай третий нужно обязательно сейчас побеждать. Ну иначе... давай, ну давай. Эх, не дотянулись немножечко. Хорошо, не второй хотя бы атакой. Давай второй атакой, но. Как он грамотно все блокирует, все да, удары и контратаку блокирует. Давай, вот, открылся, ребята. У него неистовство загорелось, аккуратней. Двойное неистовство. Если он сейчас один раз просто попадет по нам, о, нам еще будет неистовство. Просто. Ох, ты разорвут. смотри, как он. Кровотечение нас спасло, ребята. Отбивное достижение. У нас есть супер оружие мясника, ребята. В следующем видео будем его испытывать. Вам огромное спасибо, что вы с нами. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч в новых видео. Всем спасибо, ребята, пока. Пока.